взять все пыльное. Спасибо за пластиночку. Как-то погорел. You know who you are. Сделай чуть потише, пожалуйста. А что, этот нужен тебе йокс этот? Да, пусть. Он помогает? Очень. Вот, очень, все ладно. Ну просто нахуй это надо, блядь. Ну все вот это вот. Тебе это надо. Тебе бока нужны? Ника, нафига себе бока? Давай, вникай. 10, сколько? 11 часов уже. Ну что там, слышно? Блядь, как вас поставить? Пивко. Не знаю, что за пиво. Сейчас, блядь. Будет тебя купить даже, когда будешь на небе. Сейчас я его разверну. Пока ты не покажешь всем свое ебало. Это как-то низко, она. Эта хуйня мне висит. Извините, я избавлюсь. Да, я отхожу от вчера, сегодня вчера было. Чуть потише еще, я даже сам себя не слышу. Это. Да, чуть плохо. Жига что, гонит опять на меня? Я не видел, весь день, блядь, по делам мотался, пока не научился. Пока не научился ездить. Что там, Рестик ждет, я ему, блядь, заебался писать, что я Оби-Вана написал, Рестику написал. Они сидят какой-то, блядь, вы мне еще говорите, что я, блядь, под чем-то, вот, блядь, под чем лучше Оби-Вана ресторатора, блядь, посмотрите, ну. Я хуй знает, или это какой-то просто глобальный игнор. Я вас предупреждал, блядь, об изоляции карантина мне. Изоляция карантина, она. Блядь, вы не слушали. Пока ты не проверишь, это, суки, все ебало. Любви, феминик, вот. Мне куда ноги поставить. Так меньше подбородков, да? Так и хотя бы 4. Дядь, привет. У нас пиздец начался тоже. Дядь, здесь так, короче, у нас ввели. Чуть ли не военное положение, блядь, уже. У меня тачка очень подходит по цвету. Подо все это. Карантин охуенно, что. Не до нигер. Согласен, да, не до нигер, наверное. В точку. Как подбородок буду сгонять, а бывшая жена сказала, что можно что-то вколоть сюда, и как-то он уходит. Что-то туда какие-то жиросжигатели или хуй знает, вкалываешь, чтобы не висел. Так меня самого бесит. И очень сложно от него избавиться, потому что если я начинаю худеть-то, блядь. Навали музыку. А вы меня слышите нормально? И можно еще музыку делать погромче, типа, да? Чтобы, потому что я не знаю, как это будет сочетаться. Бланкат в прямом эфире, ну классно. Сейчас все будут в прямых эфирах, блядь. Время стрима, ребята, наступает. Я даже думаю, в ТикТоке от них делать, зарегистрироваться. Слышно и меня. А что, не слышно, как музыка играет? Мне говорят, типа, сделал музон погромче, ну, али. Не надо. Блять, сейчас я что-нибудь под ноги найду, это неудобно так сейчас. Адрес магазина Болотная, Набережная, дом 3, дом 2, по-моему. Бля, все время забываю. Не надо ТикТока. Я даже не знаю, что это такое. Мне вчера техник скачал бы, даже одно видео сняли, но это позор, блядь. Хотя, блядь, кто в теме тут поймет, что там все безобидно. Вы просто слишком там сидите, блядь, по ту сторону и приукрашиваете вообще, что, ну. Мы же как на ладони с техником вообще. Мы всегда как-то где-то светимся. Ну,
нас можно в любой момент взять, отвезти, там, поссать или куда-то сделать тест, но он абсолютно трезвый, просто бухали вчера, а техник, видимо, его уже так перекрыло, что он всегда такой. Так что можете чего угодно писать, но тяжелых наркотиков точно у нас не было. Я не курю вообще уже очень давно. Ну, в Таиланде иногда бывает их местную, а здесь, потому что здесь и как бы нет нормального ставчика, что ты сейчас вообще из дома не выйдешь. Ну и как-то мне в 40 лет стало похуй на траву. Что, реально стрёмно выгляжу? А техник в эфире, да, сейчас я его позову. Стрёмно выгляжу, реально, блядь, вот сидишь, нормально, такой сложный день был, все успел, блядь. Сидишь, и один, блядь, долбоёб пишет, плохо выглядишь, ты устал, постарел, даже устал хуй с ним, постарел, блядь, да идите нахуй, блядь. Пиздец, блядь, что за долбоёбы, блядь. Я такой ранимый, блядь, человек, мне так легко испортит настроение, блядь. Альбом Фары не слушал еще. С Мироном, с Армеской, не знаю, если он попросит. Нормально выглядишь уже, мне тоже кажется нормально, блядь. Сегодня приехал к себе, мать, говорит, перестанете прямые эфиры, ты все думают, что ты долбишь. Я не долблю ничего, вы, блядь, пришлите ко мне наркологов, хуй знает. Блядь. Пиздец. Сука, бесит. Один долбоёб напишет хуйню, если, блядь, думаешь, что в натуре так же, блядь, я так, блядь, стараюсь, типа, в 40 лет бодриться, что-то. Один мудак напишет, что, блядь, постарел. Иди нахуй. Сейчас приду сигарету возьму. Блядь, да. I'm back. Поднавалить что? Я музон послушаю песню. А поставь God's Plan, пожалуйста, погромче. Дядь, а скинь латиносов мне в WhatsApp каких-нибудь пиздатых? У меня, кстати, нету скачанных. Скинь мне просто дорожки или ссылки в WhatsApp. Зрение минус 4 почти уже. Гуччи очки. Ну, альбом, если все, блядь, если музыкальная индустрия еще будет существовать до этого времени, я хочу 5 мая Сэму, как бы, ну не то что Сэму, на день рождения хочу выпустить альбом, просто 5-го, 10-го, или 10-го, 5-го, 10-го, может 10-го, 5-го, 10-го, сейчас думаю, сейчас один сольем трек этот, ну, для предзаказа. Скорее всего, это будет Мураган, который танцевальный вместе с Аской Принц, засвеченный уже. Ну, есть такой у нас трек, я его исполнял недавно. Есть видео какое-то в этом, в интернете, где мы с Муравьем в клубчике вот нашем читаем его. Улица Больших Каменщиков, дом один, если что, как бы. Скоро, когда все это дерьмо закончится, очень неплохие вечера мы будем проводить там. Очень неплохие. Вы узнаете об этом.
чуть-чуть перекрыли воздух, сейчас, блядь, не выйти из дома, но делать нехуй, приходится, блядь, бодриться дома. Видели, сколько людей сразу в прямых эфирах повылазило? На видео пьяный на каком? Техник там даже в прямом эфире, по-моему. Курю Кент. Не скучно, мне что-то не скучно дома. Сейчас, наверное, блядь, меньше будет кто приезжать, но у меня есть, здесь есть просто, кто рядом живет со мной, соседи и в то же время друзья. Сначала друзья, а потом соседи. То есть просто по соседству дом друзья купили. И вот мы ходим за пределы нашей деревни и не выходим никуда. А парлик, от парлика что-то кашляю. С муравьем давно, я даже не помню как. В Минске как-то мы приехали с концертом, и он нарисовался, приполз муравей. То, что у меня два ребра было сломано сейчас, ну не два, а полтора, одно сломано, во втором была трещина, из-за чего отменял сейчас свои концерты и уезжал в Таиланд последний раз. У меня было сломано два ребра, но там, кто знает, там какие города отменились, Саратов, кто-то еще, и кто-то еще. Это муравей меня сломал, мы с ним что-то в шутку, блядь, игрались, а муравей, кажется, не муравей. Он как-то меня так обнял, блядь, до хруста, в прямом смысле, и сломал мне полтора ребра, блядь, и я уехал отлеживаться на море. На машинах ездить можно, так и не понял. Да, Марик, а если на машине остановить, вот, типа, я еду, а если я вот из... Дай-ка я тебе, иди сюда, блядь. Где ты? Блядь, только что был. That's plan. А, спасибо, дядь. Здорово. Ты на домашнем? Ну да. Странно. Ну, а что делать там? Блядь, нельзя. Могу, конечно, с кошкой выйти на улицу. А? Ну, могу с кошкой выйти на улицу, она же животное. Ну, на поводке. Я тебе могу такса, хотя не, мне такса нужна, чтобы муравей с ней ходил от дома ко мне. Не, Алексей, ну смотри, ну тебе на тачке же можно ездить, поэтому сел, доехал, как бы, ну что, ну ладно, нельзя, ну классно. Да, можно. Мне походу надо будет в Киров ехать за Жориным, он там застрял, поезда и самолеты остановили. Киров? Ну, кстати, хрен его знает, другие города будут выпускать или нет. Ну, не, я-то проеду, меня пропустят. Ну, что, нормально. Мне права, кстати, вернули. Да? Угу. Слушай, неплохо там. Круто. Я что-то думал, у тебя там все вообще. Я тоже думал. Ну, все, я поэтому так и зафорсил тачку, чтобы это, ну, чтобы, потому что я спокойно езжу и больше, блядь, не курю практически, ну, вообще, типа, понял. Ну да, ну теперь есть повод далее оставаться трезвым, у тебя же уже нормальный срок там. Да, да, ну сколько у меня, месяца два, сколько я из Таиланда приехал, месяц? Ну да. Ну, еще есть, наверное. Меня если отведут, то, блядь, что-нибудь, какую-нибудь травинку найдут, суки. Ну да, ну еще месяцок и норм. А? Еще месяцок и нормально. Да, да, блядь, ну а что, а если меня вот, ну типа что, опять просто отберут права сразу или что, опять взялку давать? Все. Бля, ладно, плохо, проехали. Тьфу-тьфу-тьфу. Черный кабан. Так, Марик, походу, блядь, устал. Пиво все-таки, блядь, да, какое-то вот пьешь, и ничего не происходит, как, ну, типа, или с похмелья только пиво можно, или... Маф, как ты, если ты смотришь, как ты вот пьешь пиво, блядь, просто Мафон, чтобы вы понимали, он выпивает, сколько, Маф, 9-10 ты за день выпиваешь своих Хайнекенов, ну, это пиздец, я мне под одну банку не могу выпить, блядь, и вообще, блядь, ни в одном глазу, и, блядь, дураком себя чувствуешь, I'm sorry.
Может, на легкую не поверю. Не, 5,2. На винишко нет. Только телки пьют вино. Ну, типа, у меня в доме. Я пока до вина еще не дорос, как некоторые мужчины. Мне так или пивко, или уже или крепыша. Карантин соблюдаю, да. После второй будет норм, наверное. Не, я сейчас, наверное, коньячка бахну. Это какой-то, блядь, стрессовый денек сегодня. Сделай громче. Навали, навали еще, навали. А, это истерика игра. Подключи с колонки. А, да, я включу с колонки, мусор, я хочу, чтобы нормально. Или... А, ну пусть, пусть играет так, пусть играет, ладно. Сколько времени, 11. Танец червя, ебой. Пока ты не погрёшь, это, суки, все ебало. А, кстати, о, Нюхай, спасибо, что напомнили. Сейчас пойду послушаю трек по коронавирус с техникой. С Васей, надеюсь, будет, если старина немного приземлится, то будет на посадку. Если зайдет на посадку ровно, мы пока летим, у нас полет пока, в свободном полете. Мура! А не осталось без корячего, со вчерашнего, или джинчи? А у нас из крепыша что есть? Без коря не осталось, со вчера? А у нас здесь в том доме, да, без коря? Да. А где джин? А дж... Мур. Там джин. О, братки. Ладно, я сам скажу. Сам скажу, да. Да, да, он с ребятами со своими пойдет, я там... Я их в тот дом не беру. Не берешь? Да. 8 тысяч. Ты посиди со мной нафига, присаживайся. Сидите, это будет лучший альбом. Лучший альбом 2020 года по версии W. Но не лучший альбом был. Лучший альбом я пока записываю сейчас. Какая там патя? Патя у него там, посмотри, там убегает, все. Протрите здесь пыль, пожалуйста. Вот здесь кто-нибудь, протрите пыль на этом граммофоне, блядь. Ну, правда. Так, если вообще все а? Да мы протрем. А, окей, окей, ладно. Ну, что там протирать? Все, все, все. Ты... Вас с собой взять за вискарем сходить. Ну, пошли. Только никому не показывать, ладно? Я говорю, пойдем, ладно, со мной за вискарем сходим. Я и 8 тысяч человек пошли за вискарем. Но это не думайте, что я начинаю опять бухать, а просто мне очень тяжело после вчерашнего. Я весь день за рулем был сегодня, блядь. Выпил пиво, а что-то вообще легче не становится. Я хочу выпить немножко своего любимого. 12-летнего.
Я хочу, кстати, зуми забрать с собой. Извините, что я пока это комментарий не читаю вообще. Изоляция карантиновна, блядь. Вода такой. Блять, лед. Я сегодня запаривался на карантин. Не гречкой, а водочкой. Блядь, где лед-то? Нету льда, короче. Пока ты не провёшь, это, суки, всё ебало. Но ты, и выгляни в хлам. Прикольно, кстати, если не первый раз открыл бы себя. Открыл бы себя, как оно, масло чёрного тмина. Я вообще стараюсь не слушать русских молодых рэперов. Да, в принципе, и стариков, честно говоря, без обид, я тоже не слушаю для того, чтобы автоматически не перешло что-нибудь, не отозвалось как-то в моем творчестве, которого не так много, да, Гусь? Погулять хочешь или что? Дай попозже, я с тобой схожу. Собакой же можно, блядь, забыл. Идем со мной, Зоми, пошли. Ты спишь, мам? Отдыхаешь? Все, ты спать? Я приведу ее ночью обратно. Пойдем, Зоми, пошли со мной. Нет, давай, это Гуччи, я попозже с тобой. Иди сюда, Зоми. Но ты наиболее. Так что, блядь, настало время все расставить на свои места, блядь. Реклама Гленфиддича. Если Гленфиддич меня услышит, давайте рекламируйте. У меня большая татуировка с Гленфиддичем на руке. Если чё. Усоп! Как слышно хорошо на этой колонке, да? Это не колонка, это телевизор. А это телевизор орёт-то? Серьёзно? Да. Блядь, льда нет, походу. Голые бабы, блин. Да. Надо руки помыть. Сколько у вас шалфетик на свете? А у вас мало, да? Конечно, скучно. Сейчас руки помой, приду. I'm gonna go to the bathroom.
Извиняюсь, сейчас я все заканчиваю, у меня просто разговор 5 секунд. Мура, нет этого? Да. Лёд, есть лёд. Бля, вчера забрали лёдницу оттуда. Я сделала лёд. Есть. Куда ресторатор пришел? В себя он пришел? Да я его пытался сейчас добавить, сейчас у меня руки освободятся, приглашу ресторатора. Я его пытался добавить, к нему добавиться, блядь. Я, то есть я ему дал понять, что я там, он какой-то хуйней занимается. Ресторатор, хорош бухать, блядь, да ты, блядь, ты все проебал уже со своей синькой. Респиратор лучше будет, дайте сюда, не ресторатора. Или респиратор, на то же. Идите сами спать, блядь. Иди спать, блядь. Меня слышно нормально, ну, типа, или потише можно сделать? Напишите, просто, чтобы я понимал. Если я так говорю, вам слышно? Я микрофон не закрыл. Кололся, блядь, было дело. Блядь. Помоги, пожалуйста, мне. Я не могу открыть. Ну, типа, как-нибудь сковорните там. Вот эта фигня, я не буду, уже заебался. Все нормально. С Юлей ничего. Юля мой друг хороший. Юля работает на Юрграм, делает нам рекламу. Юля модель. Очень зря думаете, что у меня что не делаешь, что рядом со мной, то это новая какая-то любовь со мной просто будет. По сути, девчонки, которые не мои, как бы, женщины. Ну, не мои просто, как бы, чьи-то женщины. То есть она вроде свободная, но она как бы работает на меня. И если даже у нас что-то было, у нас не серьезно это все. И она снялась в моей рекламе, то есть она снялась в одном месте, а, блядь, а я сидел уже в другом, она приехала. Ну, там, короче, блядь, объясняли. Голые бабы, блин. Где крышка? Я один, и мне хорошо одному, мне нахуй никто не нужен абсолютно. Мне хватает моих друзей, и мне есть кого, и как бы, блядь, все нормально, мне никто не нужен. Так, чтобы, знаете, рядом был какой-то, типа, у меня есть человек любимый мой, он как бы рядом со мной. Вот, а вы показываете, я уже заебался, как бы, всем это, все это на показ выставлять. Короче, я постараюсь поменьше политься, потому что не баба, это, блядь, резко в себя начинает верить. И, кстати, Юлю это тоже касается, как бы вообще, ну, то есть просто. И с ними становится тяжко. Прям тяжело. А, вот ресторатор. Здравствуйте. Сейчас делаем. Блядь, как это? Сам не умею. Спасибо большое. Спасибо. Йоу, салют. Ты что, совсем там пьяный, что ли, Рестик? Не, я только начал. Только начал?
Да. Давай, блядь, твое здоровье. Ты чокаешь со мной? Да, давай. Все, потише, пожалуйста, потише. Что, бля, орёт-то? Давай, погнали. Давай, one love. Знаешь, это очень странная ситуация. Я как-то... Бля, а нет сладкого, сейчас пойди. Ничего за пикирку. Давай, маракуй, давай. I love you. I love you, I need you. Ну все, давай. Я Оби-Вана вызвал на Версус. Зачем? Просто. Вы с ним фиты писали. Обе братишка, обе крутой. Он братишка, он крутой, да я его люблю. Но я ему просто, я в шутку написал, давай Версус, потому что, ну, типа, я ему так же, как тебе, блядь. Ты сидишь, извини, ты вышел в прямой эфир. Да. Хуй с ним, что у нас сейчас с тобой смотрит 12 тысяч человек. Я понимаю, что у тебя там драгоценные твои 300 зрителей, и тебе как бы, блядь, ты только им отвечаешь, наверное. Но ты, блядь, включаешь этот, блядь, ноутбук свой, какое-то шоу, блядь, интеллектуальное. Сидишь себе, блядь, в стране происходит пиздец. А ты, блядь, я тебе пишу, человек, извини, у меня почти 2 ляма, у меня подписчиков. Ты единственный с галочкой, кто тебе пишет. Я тебе и так махнул, и так показал, и, блядь, и вот так, блядь. А ты сидишь, показываешь эту игру какую-то, блядь. Я не видел, я в эфире. Мне как-то... Ну, в смысле, ты в эфире, ты просто ставишь телефон и смотришь, блядь, телевизор сидишь или что? Да, да, я угораю. Ну, просто вот с этим, с Оби-Ваном такая же хуйня. Я потому что хотел с тобой выйти в прямой эфир, потому что Оби-Ван, я смотрю, Оби-Ван сидит в прямом эфире, как было, я рассказываю. У него 95 человек его смотрит. Я зашел, блядь, отправляю такой смайлик, да, типа машу. Он сидит что-то, да, я тоже там твою маму ебал, бля, пошел ты. Ну, типа он кому-то это отвечает, он вообще в экран не смотрит и говорит полнейшую ахинею. Я ему, блядь, отправляю такой смайлик. Он дальше какую-то хуйню несет. Люди ему пишут, Бух тебе пишет, блядь, выйди с ним, он тебя вызывает, ну, типа он тебя машет, блядь, выйди с Бухом. Он даже не смотрит в телефон, он просто какой-то свой, блядь, бред несет, я не понимаю, вы что, блядь, спицы решили, блядь, в это все? Лёв, ну... Я ему последнее, что я написал, давай Версус, потому что он меня выбесил. Ну, пиздец, я ему пять смайликов отправил, блядь, мудаку, блядь. Лёв, заебал. Это смайлики. А, не, я просто хотел с ним выйти, типа, просто его поддержать. Типа, ну чё, блядь, все по домам сидим, блядь. Не, обе красавы. Обе да красавы. Я его люблю, пиздец, сам ты чё, гонишь, что ли? Просто, блядь, ну я, блядь, заебался, 20 минут к нему в эфир долбился, блядь. Ну, видишь, я не замечал, я на вопрос отвечаю, да, давай выйдем и продолжим. У меня вопрос к тебе есть. При всех? Конечно. Давай. Мы же публичные люди, правильно? Надеюсь. Пока еще. Ты решил самоизолироваться, ты уехал на дачу, правильно? Да, да, да. Или ты там жил все время? Но это уже мы по телефону поговорим. Окей. Ты знаешь, я хотел с тобой одну очень такую тему популярную обсудить, тем не менее очень щепетильную. Что угодно, я спрашиваю, камон. Не хочешь щепетильное? Нет, давай, я говорю, что угодно, давай. Давай, супер, поехали. Я за тобой слежу очень давно. Когда работал интервьюером еще в Техношоке, был такой... За сигареты сбегаю, погоди. Давай. Вообще, ребят, чтобы вы понимали, вот это вот... О, я полумесяц сзади. Привет мусульманам. Всем салют. Давайте что-нибудь интересное сейчас. Поговорим об интересном. Лёв. С тех пор, как я работал интервьюером в Техношоке, мне чувак как-то включил трек новогоднюю, и я просто разъебался с этого трека, это было очень круто. Да. И когда мы с тобой, там, я помню, ты где-то то ли в Инстаграме что-то ответил, то ли где-то присутствовал, я думаю, да какого хера со мной творится этот сюр. А ты приезжал на батл, я думаю, да господи, что происходит рядом со мной Бух. Но клип «Москва» для меня был просто пиздец, что это такое. Давай обсудим, давай поговорим. Это... Ты тоже один из тех, кто это воспринял как, блядь, да, это пиздец, государственный. Это полный пиздец. Это полный нам проплатили, пиздец, типа. Слушай, я не в курсе глобальная ситуация в России вообще, ну, тебя, вот, почему? Ты понимал, я могу при всех это сказать, я как бы домашний, районный, уличный, московский, понял, то есть я не,
не рвусь, блядь, в политику, не хожу никогда на эти митинги, не требую ничего, никаких переворотов. Я сижу тихонечко дома. Мне главное, чтобы у меня... Послушай, ну, дай я выскажусь. Мне главное, чтобы у меня была... Чтобы у меня была моя комфортная зона, чтобы мне было, чтобы у меня были люди вокруг, которые мне нужны. И как бы, чтобы я жил спокойно, блядь, в обществе, существовал, чтобы меня не щемил, блядь, закон, понял? Потому что он меня щемил уже дохуя раз. И как бы я заебался, что он меня щемит. И я никогда... Я настолько люблю Москву, я настолько люблю свой город. Если ты знаком с моим творчеством, то я в каждом, блядь, на каждом своем альбоме я упоминаю мэров, будь то Собянин, будь то Лужков, будь то Медведев до этого. Я люблю каждого мэра Москвы, потому что если его папа поставил, блядь, следить за Москвой, значит, он, блядь, нормальный человек. Значит, сейчас, в этот момент, нужен этот человек. Как бы я это, вот, вот это я понимаю. А то, что вы ходите, собираетесь там и пытаетесь, блядь, рэп-концертами на Лубянке, блядь, свергнуть, блядь, то, что не свергнешь никогда, блядь, это, блядь, вы можете хоть, блядь, разъебаться. Ну, как бы проще найти общий язык с помощью, блядь, коннекта такого, блядь. Потому что, вы хотите орать об этом, блядь. Да. Да, извини, я тему отошел. Про какую Лубянку, про какие концерты? Ну, я не знаю, где у вас там, где там этот Сахарный бульвар Сахарова или как, где это? На Сахарова выходили. Ну да. Ну выходите, блядь, дальше. Ну, будем выходить. Ну, выходите, блядь, давайте я с вами, если что. Держитесь там. Ну, ты же не с нами, да. А я с кем? А вот это охуенный вопрос. Да, ну, блядь, Тимати, ну подумай, посиди с кем я. С Тимати, пожалуй. Нет. Ну, Тимати мой братан. Тимати братан мне. Он мне делает очень хороший клип, Алёш. Послушай, он мне стал братаном недавно. Он стал мне братаном после клипа «Поколение». Я просто вижу, как человек пашет, и я понимаю, почему у него столько охраны. Я потому что вижу, что он делает. Он как бы, блядь, живет, блядь, в кайф. Он потому что охуенный, блядь, пацан. И как бы то, что я с ним сделал поколение, это потому что я его сначала рассмотрел как пацана нормального. Я с ним сделал поколение, потому что он просто хотел совместный трек со мной. Не без всякой, без рекламы, без всего. И за это время, после поколения, Тимати мне несколько раз помогал в очень серьезных ситуациях. То есть он мне, ну, реально помогал, блядь, вытащить из... Несколько персонажей убралось, блядь, ты прекрасно понимаешь, о ком я говорю, с моего, блядь, горизонта, которые вообще не появляются, блядь, и меня не упоминают, слава богу, блядь, никто. Он многим позакрывал рот, блядь, и в какой-то момент я сижу пьяный в 16 тонн в Москве, пьяный, у Эльдара на дне рождения, с лонгом вот с таким. И мне звонит Тиман, говорит, срочно, если ты в Москве, можешь приехать на студию. Я в говно сажусь за руль, блядь, пьяный, потому что я не дождался, чтобы приехал водитель. Я ждал, чтобы, типа, он типа, срочно, ну, то есть для меня, если он говорит, срочно приезжай, значит, что-то случилось. Лёх, я приезжаю. Смотри, чисто для интереса, ты с водителем гоняешь. Да, да. Не, ну, уже нет. Интересно. Ну, это круто. Не, если пьяный, я водителя сажаю. Ну, типа, я пьяный никогда не сажусь. Я Яндекс.Эконом беру. Видишь, разница наших уровней. Поэтому, блядь, это никакой не заказ. Я приехал, я настолько люблю Москву, что если передо мной сидит москвич, который, блядь, на коннекте, блядь, там с кем-то, блядь, понял, с Гавроманом, если он с ними на коннекте, это его дело, это не мое дело. Я приехал, потому что меня позвал Тиман и говорит... Слушай, я вот подумал, сейчас у Москвы послезавтра день города. Это было за 2 дня до дня города. Он говорит, у меня есть нарезка, блядь, с дронов, у меня есть припев, и сейчас я, блядь, я пишу куплет. Кто, если не ты, чтобы сейчас все это, блядь, утихомирить всю эту обстановку, можешь, блядь, залететь, мы оба любим Москву, давай поздравим ее с днем рождения, блядь. Я вне политики абсолютно, я, блядь, в синий вот приехал, в этом моменте я должен задать вопрос, который у меня возникает. Либо ты пиздишь, либо ты очень неумен. Вот, неумен, а я не говорю, что я умен. Я не говорю, что я умен, но я с кем угодно готов побазарить по этому поводу. Я ни слухом, ни духом не знал. Он мне говорит, садись, пиши куплет здесь, на студии у меня, а я не могу писать куплет, когда не покурю травки, блядь. Я говорю, блядь, надо доехать до дома, чтобы написать куплет. Я поехал домой, накурился, блядь, с утра написал этот куплет за 20 минут, блядь, скинул ему, записал у себя на студии, скинул ему, послезавтра вышел клип. Я в душе не ебал, что будет такая реакция, блядь. Идите вы в пизду, те, кто думает, что я, блядь, с политикой, вы что, ебанулись, блядь, что я, блядь, под кем-то хожу, блядь. Я сам под собой, блядь, всегда. Че, блядь, ресторатор? Ну, блядь, ты, блядь, я может, тупой, блядь, я тупой, блядь, да. Как считаешь, что там?
То есть ты после выхода Привет. Клипа... Дай мне зажигалку, нормально. Да, не загорелась. Лёг, ну нормально все. Лёг, то есть я правильно понимаю, это был обман, манипуляция со стороны Тимура, правильно? Ну, может быть так. Может быть, он меня использовал, но, блядь... Ну, блядь, использовал, значит, красиво меня использовал. Я-то что могу ему предъявить, если он меня, блядь, поюзал в этой фигне? Но мне что не стыдно за это. Мне не стыдно за это абсолютно. Я ни копейки за это не получил, бля, буду. Вот, вот. А мне стыдно за то, что делать вот такую штуку, это еще и бесплатно. Это ну и стыдись тогда, сиди, блядь. У каждого свое мнение. Сколько людей, столько мнений. Ресторатор, правильно. Послушай старого буха, там мы нормально тобой... читают, кстати. Мы с тобой вышли в эфир, чтобы обсудить мнение. Все верно. Я к тебе стучался в эфир, ты свое, блядь, что где когда смотрел, блядь. Ну, раскачивал мозг, пытался думать. Если бы ты тоже подумал в свое время, было бы прикольно. Бывает. Всему свое время. Ладно, давай немножко сменим тему. Я могу извиниться, хочешь? Мне не нужно столько такого контента. Я могу извиниться за клип «Москва». Мне как бы мне не впадло. Плюс-минус извинения. Лёшка, расскажи, давай немножко о веселом тогда. Но это просто это был личный вопрос. Мне самому было интересно. Все-таки все-таки, или это вот такая ситуация. Все, ты ответил, окей. Ну как что есть, я говорю, я не умею пиздеть, блядь, если ты не понял. Не умею. Я если пизжу, у меня, блядь, лицо меняется. У меня дергается рот, у меня, блядь, отъезжают глаза в сторону сразу. Если я начинаю заикаться. Ну, я, блядь, не пизжу. Ты расскажи мне следующую тему. Ты недавно с сыном встречался, насколько я видел. Кого? Сыном встречался недавно. Сегодня виделся с ним. Сегодня даже, супер. А, скажи, никаких препятствий, просто мы с Айзой довольно часто общаемся, она говорит, что ты мудак, ты не хочешь видеться с сыном, давай расскажем точку. Я просто вижу, что у вас прекрасная органическая любовь отца и сына. Да, да, да. То есть вы сегодня увидели, что вы сегодня делали? Не, я был в Айзе, просто навестить Сэма заезжал. А, то есть сегодня встретились, просто погуляли или дома сидели? Ну, по идее, если он сегодня сделает уроки, завтра я обещал его забрать, но, блядь, видишь, что началось. Хорошо, Лёх, тогда давай вот пару слов об ограничениях. То есть сейчас всех просят оставаться дома. Не просят, не просят, требует, а требуют. Уже требуют, да, уже есть штрафные санкции. Это очень грустно. У нас пока такого нет, но это вопрос, я думаю, где-то 3-4 дней. Потому что уже в наших краях выдают пропуска медсестрам, медработникам. Да, да, да. Чтобы не снять панику, чтобы народ на месяц не запасался продуктами, хотя это ну, в любом случае сейчас настанет пиздец. А продуктовые-то, блядь, я надеюсь, у всех есть под боком. Да, у меня даже пока красно-белое работает, я не очень уважаю... Не, у меня здесь, у меня около дома Мираторг, а до Азбуки надо пиздовать, типа, ну, как бы ехать. Вот я до Мираторга могу доехать, то есть у меня как бы... А дальше, я не знаю, если меня остановят, мне что скажут, типа, куда ты что-то так далеко ездишь за продуктами или нет? У тебя же прав нет, правильно, Лёх? Мне вернули, я тебе говорю. Да ты что? Да. А как ты вышел? В смысле вернули? Вернули права. Да ты что, будь здоров тогда. Я снялся с наркологического учета, и мне вернули права. Как ты сейчас с наркотиками? Никак. Не употребляешь? У меня давно никак. Не, ну я могу где-то, если я где-то нахожусь, и кто-то курит косяк, я могу взять, затянуться разок и отдать. Ну, блядь, не... Как коп рядом со Снулдогом, да, уже? Типа, ну ладно, окей. Да, да. Слушай, вот та ситуация с Дэном, давай обсудим, тебе комфортно будет? Какая ситуация? С Дэном Джиганом. Так. Ну, пиздец же, чуваку тяжело сейчас. Охуенно чуваку. Почему? Объясни. Мне пишут, ты нюхал, видишь, гуфу, колись. Пиздец, ты читаешь, нет, комменты? Ты не читаешь комменты? Нет, а я читаю. Ну, свои комменты читаю. Ну, блядь, пиздец у меня, иди уколись, блядь, ты нюхал, я вижу, что ты нюхал. Я говорю, здесь можно приехать ко мне, блядь, я могу нассать, блядь, на лицо, блядь, чистой мочой, прям белый, как вода, блядь. Ну просто, потому что мне заебали все, когда я сегодня к Айзе приезжаю, она говорит,
перестанете прямые эфиры, все думают, что ты наркоман, что ты опять обдолбался, блядь, ты заебался. А что делать, блядь? Сейчас вообще, сейчас я заебу, я могу 24/7 у них сидеть. Имеешь право. Пиздец, не ходите, не смотрите, мне просто мне пишут, мои подписчики мне пишут, ты заебал этими прямыми эфирами, вы идите нахуй, те, кто мне правда. Ну, что такое? Хуя, согласен. Я тоже делаю дичь, которая мне по кайфу. Я сегодня хотел стримить. 12 шагов работает, Кирилл, да, еще. Так. Мне было весело. Только 12 шагов и работает. Что сказал? Извини, я прошу. Нет, это я там на комментарии. Нет. Но я смотрю, если тот комментарий, на который стоит ответить, я отвечаю. Угу. Слушай, я был в центре реабилитации. А мне вот мои старшие пишут, что ты. А мои старшие пишут, что ты провокатор, чисто. Я ресторатор, пускай не знают. Ты администратор, ты респиратор сейчас. Ну, это слишком избитая тема. А, да? Я, да. Просто, я просто сам это придумал, я просто увидел респиратор, и, ну, типа, и ну, где-то, понял, как респиратор. Я думал, что это я придумал. Бывает такое. Я хотел одновременно... Правда, я одновременно хотел открыть клуб и назвать его «Жопа». Понял, типа, ты где? Я в жопе. Это нормальная тема. Да, типа, знаешь, там зависит, ты где? Я в жопе, блядь. Здесь полная жопа, это когда полный клуб. А кто-то уже открыл клуб «Жопы» в Питере, я слышал. И в Мурманске в том числе. Эдгар пишет, гуф легенда. Старшие мои пишут, старшие пишут, что ты следователь. Может, ты мусорской? Блять, ну, у меня только лицо красное. Я, кстати, планирую через 2 дня встретиться с Егором Жуковым. А с Егором Кридом не планируешь встретиться? Ну, я встречался с ним месяца 3-4. Долго встречался с Егором Кридом? У вас, ну, а почему расстались? Слушай, не, на самом деле очень прикольный, ровный чувак. Мне он очень понравился. No comment. Да, но мне что-то, мы пока как-то не находили общий язык. Я вроде старше его, сколько раз я мимо него проходил, он никогда руку первую не протянул. Леха, вот объясни, почему у тебя вот этот пунктик такой, что... Это не пунктик, когда ты, блядь, когда тебе будет 40 лет, тогда ты, или у тебя уже этого не будет никогда, но, блядь, когда тебе 40 лет, блядь... Ты 40 лет уже? Тебе 40 лет уже? Да, ровно. Да ну нахуй. О, поздравляю, нифига себе. Круто. Не, в сентябре еще было. Я думал, тебе лет 36 где-то. Офигеть. Это я еще не накрашенный сейчас. Это хорошо. Ну, смотри, я по поводу Егора Крида, по поводу... Ну, хорошие же все ребята, давай честно, смотри. Есть не, хорошая, но, блядь... Есть люди, про которых ты думаешь, ну, уважать, а если, бля, ресторатор, давай я тебя отключу от своего эфира, а то у тебя что-то дохуя внимания тебе, серьезно. Давай, блядь, пока, блядь, тусуйся. Сделайте погромче музон, чтобы это... Кто-нибудь, девчонки, подключитесь к колонке. Somebody, put some music, блядь, это меня выбесило, блядь. Ой, вот это хорошо. Боже, поставь бузон, пожалуйста, на колонке. Займись ты, а то они сидят, не могут. Можешь выключить звук у телека, а бузон на колонке включи, пожалуйста. Поставь телефон своего бузона на колонке. Или ты ставишь клип из своего телефона. Все, ладно. Как кого позвали? Че? Как кого позвали? JBL Party Box. Кто-то подвернулся. Я, наверное. Дай я поставлю музыку, пожалуйста. Дай мне музыку. Все, я сам разберусь. Wait a minute. У меня 12 человек, они тебя смотрят, блядь. Извини. Я Митя посылал, 12 человек. Я мой Леша Долматов. Да, мы, я. Работал техник. Нет, белый другой, не белый, который в том доме. Я знаю, что техника и год стреляла в город. Я понял, хорошо.
Я люблю тебя. Тоже большой? Тоже большой? Который большой, не маленький. В том доме белый десятый. Ну все, а там можно звонить? А здесь большой, 7+. А в нем нету 7 кВ. Короче, блядь. Подрубите что-нибудь. 4 партии бог. Пожалуйста, найдите. Да, давай, давай. Вот я так ждала. Нет. Все, сейчас я все включаю, сейчас пиздец вам устроил. Давай, давай. Вы сами давай. Охуеть, 10 тысяч, да, меня подождали. И пришел. Все пытаются выбесить сегодня, блин. А что, русский рэп можно? Нужно. Иногда можно русский рэп послушать такой. То есть мне вот открывают сейчас для меня разных каких-то. Пока на карантине сижу, для меня открывают новых типов. То есть я, ну, о которых я знал, но не доходили руки никак. Не то, что... Короче, иногда прикольно русский рэп послушать. Сегодня этот трек дня у меня. Кстати, у меня нет этого трека. Сделай громче, громче. Я тебя буду дергать все время, да. Дай тебе. Я русский, да, я говорю, ты не знаешь? Россия! Поменьше, поменьше нюхать, и это сойдет на нет. Люб гэнг, мафака, люб гэнг, фэмли, мик, вот. С Бастой что-то планируем, да. Еще одного совместного ребенка. Усыновить хотим. Или удочерить, не знаю. Шмыгаю с носом, палишься. Ну, блядь, простите, палюсь иногда. Я же не, блядь, не святой, блядь. Sonic Fit не хочу, нет. Посмотрим.
очень, очень в тему, а то меня все спрашивают про вас. Послушайте, пока на карантине, послушайте наше старое дерьмо, и нам копеечка будет, и вы, блядь, как бы, блядь, кайфанете. Вообще, дома очень круто, блядь, слушать. Люблю вас. Все 9400 человек, всех, кто сидит здесь, я всех люблю. Ресторатора не буду устанавливать. Чем-нибудь таким, чему не подобрать ключи. Тем, от чего заболеть, что не спасут врачи. Тем, от них кричи, в каждой рифме лечи. Зачитывай в ответы, не надо особых причин. Помни, чему ничего меня учить ключи. Делай ничего так же, как делай встречи. Отчи вас, отчи, поэта на чучи. Мои улицы сильны только для прокачанных точи. Под ногами много всякой беспокойной мелочи. Вы на кричке, ночью за столом, на столе включен ночник. Немало переборчен, как ученик, хочу точник, я таки набираю ученик. Может, у кого-то качнет, это черновик. Если не спить, учить, да, учить, то вычурно. Учите меня из полисади, да тупо выключи. Читать лично, такой побычий мой. В этом чего логичного, как держать старичо. Кто-то обречен, тает погоду на свече. И концу остаться ни с чем. Я же ты хочу, верю, до того уже, чем ты причем с ними. Покажи, имеешь банковский чек, что возьмёшь с собой на ковчег. Остаться человеком среди сволочей, городских джунглей, вера как ковчег. Смотрю на спальню, из окна спальни, дома скалы, стал бы парень. Ой, Зуми, ты представь, ты там маленькая. Это мой зал. Походи, пойди наверх, поднимись, посмотри, что там. Не остаться, бежать на спальню. Если как-то понеслась, не, ну. За нами правда, видимо, одна дверь. Одна кровь, один день, одна жизнь. Одна любовь, лицо, лицо. Одна судьба, любовь и самурай продолжает путь. Один бог, одна дверь. Одна кровь, один день, одна жизнь. Одна любовь, лицо, лицо. Одна судьба, любовь и самурай продолжает путь. Продолжает дуть. Кстати, кто не обращал внимания в этом куплете на самурая, у меня в каждом слове буква Х присутствует. Спасибо. Шанхай, ни хао. Одна любовь, лицо, лицо.